Добрый день, меня зовут Юлия, это канал о вязании, канал называется Емеля Нитень. В этом мастер-классе я расскажу, как связать вот такую шапку, весеннюю, осеннюю, она однослойная шапка, без подклады, но с отворотом. Таким образом, уши будут защищены от холода, а вся голова не сильно утеплена, то есть как раз сезон весна-осень. Шапка связана данная для ребенка, но думаю, что по такому дизайну можно связать шапочку также и для взрослого человека. Помпон здесь у меня использован шерстяной, можно заменить его на меховой и как-то поиграть с моделью, пофантазировать. Шапка отличается тем, что по фронтальной части над лбом и широко почти половину занимают вот такие узоры, такой узор косы. Коса эта состоит из как бы трех деталей. Коса шириной 6 петель, и каждые 2 петли я делаю перекрестие, перемещение, и получается косичка очень похожа на ту косу, которую мы плетем из волос. Плетение очень естественное. Обратная сторона выполнена узором столбики, и верхняя часть шапки выполнена резинкой 1:1. Здесь сокращений нет, просто резинка, и в самом конце уже под помпоном есть сокращение. Также сокращаются узоры косы, но не каждая коса. Обо всем об этом я расскажу в текущем мастер-классе. Резинка 1:1 с фиксированным отворотом. Такая шапка, если как-то ее неаккуратно надевать, например, дети когда торопятся, надевают небрежно, она все равно вернется в свое положение и будет загибаться именно там, где у вас выполнена вот такая как бы строчка. Как связать завязки, можно посмотреть в моем другом мастер-классе. Здесь я связала веревочки двумя спицами, извиняюсь, и из 3 петель. Также такие завязки можно вязать и крючком. Как вы видите, шапку мы уже поносили, немножко она такая потрепанная, носили мы ее недели 2 или 3 примерно. Шапка эта связана из пряжи BBB Premier. Здесь ушло ровно 2 мотка. На завязке я уже брала новый моток, не стала брать и старого, мне бы не хватило. Поэтому, если у вас размер побольше, или вы переживаете, что вам может не хватить, ну, имейте в виду, что нужно шапку. На шапку понадобится 2 мотка, и возможно, понадобится 3-й. Также вам может понадобиться моток на помпон. Но этот помпон я сняла с другой шапки. Это тоже BBB, но только full. Поэтому такие достаточно толстые здесь получились ворсинки. А это BBB Premier. Да? Она тоньше гораздо, чем full. Итак, шапка выполнена в одну нить. Что еще могу о ней сказать? А мы эту шапку, повторюсь, уже носили. Я ее обмеряла до влажно-тепловой обработки, до стирки. Ширина у нее у меня была 17,5, по высоте около 19-19,5 сантиметров. После носки шапка растянулась до где-то вот здесь 21 сантиметр и высоту 20. Она все так же нормально сидит на ребенке, не сползает, ну, благо есть завязки. И, в принципе, не выглядит большой, но имейте в виду, что вот у меня пряжа растянулась, несмотря на то, что я вязала вот на тонких спицах. Резинка 2,5 использованы спицы. Основное полотно верхнее после резинки, спицы номер 3. Итак, рассказываю свои расчеты и приступаем к вязанию. Шапка с косами. Вязать я ее буду на обхват головы 51. Высота шапки 18 сантиметров. Как мерится высота? Мягким метром измерение проводится от лба через макушку и затылок до нижней части роста волос. В моем случае эта величина равна 36 сантиметров. Сантиметров – это размер у ребенка. Эту величину 36 делим на 2, получаем 18. Это величина шапки, высота шапки без прибавок на объем, на свободу облегания. Если вы свяжете вот такую шапку, например, такой же высоты, как вы измерили,
то шапочка, вероятнее всего, будет подзадираться над ушами, и ушки будут открыты, потому что у нас есть и волосы, и такое скольжение небольшое. Поэтому я добавила 2 сантиметра и рассчитывала на высоту, чтобы у меня шапка получилась 20 сантиметров. Понадобится 2-3 мотка, спицы номер 3 для основного полотна, 2,5 для резинки по нижнему краю. Я, как обычно, связала образец, постирала и выполнила его обмером. У меня получилось, что резинка 1 к 1, в 10 петлях 3,5 сантиметров, столбики спицами номер 3, 10 петель 4,2 сантиметров, косы 20 петель 6,5 сантиметров. Как всегда, я меряю, сколько петель в 1 сантиметре. Для этого я 10 петель, то есть вот это количество петель, делю на количество сантиметров, сколько они получаются. Соответственно, мы получаем 2,8 петель в сантиметре для резинки, для столбика 2,4, для кос 3 петли в 1 сантиметре. По фронтальной части шапки у меня располагается 7 кос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это количество 7 кос, оно мне остается неизменным. Если вы хотите поменять размер шапки, то меняйте его за счет узора столбики. Здесь легче менять, здесь раппорт по ширине 2 петли, и можно легко варьировать размер. Поэтому учитываем, что у нас 7 кос, раппорт в косе 7 петель, то есть 6 петель лицевых самой косы и 1 изнаночная петля, которая разделяет косы. 7 кос умножить на 7 петель в раппорте, получаем 49 петель плюс 1 петля изнаночная. Что это за петля? Когда мы начинаем раппорт косы, мы начинаем его с изнаночной петли. Вот он идет вертикально вдоль всей петли. Вяжем косу, и раппорт начинается вот отсюда. Изнаночная коса. Вот мой раппорт. Раппорт снова здесь такой. Он заканчивается на последней лицевой петле косы. Но чтобы у меня симметрично закончился рисунок для узора косы, здесь последний раппорт закончится тоже на лицевой петле, я добавлю 1 изнаночную петлю для симметрии, чтобы выделить косу от узора столбики. Вот это 1 изнаночная петля. Итого у меня 50 петель уйдет на узор косы. Делю на 3, это 3 петли в сантиметре, значит, у меня 7 кос займут 16 сантиметров по ширине. Учитывая, что у меня обхват головы 51-50, я даже взяла на самом деле 50 сантиметров обхват. Далее веду расчет. 50 сантиметров умножаю на 2,8. Это у меня сколько петель в 1 сантиметре резинки. Получаю 140 петель. На коэффициент растяжения я отниму 15% на растяжение, получаю 120 петель. Такое количество петель я наберу для резинки. Далее, измеряя, смотрим, что у нас в 1 сантиметре разное количество петель. 50 сантиметров, от 50 сантиметров это объем головы, я отниму 16 сантиметров кос. Соответственно, на столбике у меня останется 34 сантиметра. И 34 сантиметра я умножу на 2,4 петли в 1 сантиметре, получу 82 петли. И от 82 петель я отниму 20% на свободу облегания, на растяжение. Останется у меня 66 петель. Почему 20 сантиметров? Я не отняла на свободу в косах, так и сохранила 50 петель, потому что иначе у меня, да, нарушится раппорт. И для этого, чтобы сбалансировать растяжение, я отниму именно от столбиков 20%. Получается у меня на косах 50 петель и на столбиках 66 петель. То есть
120 петель резинки. Когда резинка закончится, мне понадобится 116 петель в моих узорах. Для этого я в последующем после резинки буду делать сокращения, и все это мы увидим в процессе вязания дальше мастер-класса. Итак, набираем 120 петель плюс 1 петля соединительная и вяжем резинку 1 к 1, как следует дальше из мастер-класса. Я провязала половину отворота, отворот у меня будет двойной. Здесь мне получилось 5 сантиметров, и в 5 сантиметрах у меня 18 рядов. Теперь для фиксации отворота я один ряд провяжу лицевыми петлями всю резинку с начала до конца. Я провязала весь ряд до конца лицевыми петлями. Сейчас не очень хорошо видно, но вот с обратной стороны будет такая борозда. И теперь я буду вязать вторую половину резинки. И для того, чтобы основной рисунок у меня не выходил за пределы резинки, я свяжу не 18 рядов, как здесь, а свяжу на 2 ряда меньше. 16 рядов, этого будет достаточно. И рисунок у меня начнется под резинкой. И благодаря тому, что отворот фиксирован, всегда... Никогда не будет видно начало рисунка, и у вас всегда будет четко обозначен край. Это очень удобно, я считаю, для детей, когда им некогда поправлять шапку или что-то там, следить за этим. Поэтому таким образом у нас будет аккуратный всегда край и рисунок. Продолжаем. Итак, я провязала нужную высоту мне резинки. Видно, что здесь намечена линия сгиба. Она получилась благодаря тому, что мы провязали здесь лицевой ряд с изнаночной стороны. Выглядит вот так. Сейчас, когда мы будем делать отворот, резинка уже никуда не будет смещаться, а будет принимать положение вот по этому ряду. Изнанка получилась на внешней стороне вот такими зубчиками. Очень удобно. Теперь нам нужно перейти на фоновый рисунок. Здесь у меня 18 рядов, здесь 16, 5 сантиметров, и здесь чуть меньше. Рисунок я буду вязать спицами номер 3. Я выполнила все расчеты. Мне нужно сократить количество петель. У меня сейчас 120. Мне их нужно выполнить 116. То есть сократить 4 петли. Это один момент. Второй момент. Вот здесь у нас идет начало ряда. И я хочу именно здесь сделать границу двух рисунков. Да, у нас с лицевой стороны будут косы, с изнаночной стороны будут столбики. Я сейчас начну выполнять узор косы, намечать его, и закончу уже узором столбиками. И поэтому каждый раз, когда я буду делать один круг, у меня будут выполнены, ну, передняя как бы и обратная сторона будут на одном кругу полностью выполнены. Маркер здесь бы нам хорошо повесить, чтобы разделять границу рисунков, но здесь у меня будет сейчас падать. Поэтому я его намечу в конце. Беру спицу номер 3. У меня не на той же длине лески. И начинаю выполнять узор косы, не забывая о том, что нам нужно сократить 4 петли. И 4 петли нам нужно сократить равномерно по всей окружности. Здесь у меня 120 петель. То есть через каждые 28 петель, ну, от 30 до 28 петель мне нужно делать сокращение в 4 точках по окружности. Начнем. Я могу здесь, в принципе, сразу сократить. Раппорт кос начинается с изнаночной петли. Сейчас я провязываю изнаночную петлю, а закрытие всегда нужно выполнять через лицевую петлю, потому что лицевая петля всегда красивее ложится. Итак, одна изнаночная петля, и коса у меня состоит из 6 петель. Я вяжу 6 петель. Одна петля провязана, следующую петлю я разворачиваю правой стенкой назад и провязываю лицевую и изнаночную следующую петлю одной лицевой. Все, одно сокращение я уже выполнила. Итак, у меня 2 петли из косы. 3, 4, 5, 6. Пересчитываем. 2, 4, 6. Изнаночная петля. Таких кос мне нужно выполнить 7. 2, 4, 6. Изнанка.
Лучше каждый раз пересчитывать, чтобы потом не ошибиться и не перевязывать. Итак, вяжем 7 кос по не лицевой, но по передней стороне шапки. Итак, я провязала ту часть шапки, где у меня будут косы. Итого в рапорте 7 петель. Я провязала до конца и до последней лицевой петли в косе. Да, вот у нас рапорт 7 петель. И в конце я еще провязала одну изнаночную петлю для симметрии, потому что у нас же рисунок симметричный, и мне нужно повторить правую изнаночную петлю и повторить здесь слева. Все, теперь я вешаю маркер. Это будет граница двух рисунков. Я сократила, напомню, одну петлю здесь, и вот здесь в середине кос я также, вот видно, провязала одну здесь лицевой петлей, изнаночную и лицевую петлю. Две петли у меня уже ушло. Теперь я начинаю вязать узор столбики. Узор столбики вяжется чередованием лицевых и изнаночных петель. Здесь не имеет значения, какую вы петлю начнете. Вот у меня есть изнаночная, то есть лицевую или изнаночную, но я вот, например, предпочту. Я сейчас начну вязать лицевой, чтобы не сразу сократить две петли, одну петлю, точнее, в начале рапорта. Я разверну две петли, изнаночную и лицевую, правыми стенками назад за спицу и провязываю одной лицевой петлей вот так две петельки. Все, первая петля узора у меня готова. Я начала с лицевой, значит, дальше я вяжу изнаночной. Чередуем одно лицо, одна изнанка, одно лицо, одна изнанка, и так далее до конца узора. И не забудьте сократить еще одну петлю в узоре. Итак, я довязала до конца. Снова повешу маркер. У меня появилось два маркера на моей будущей шапке, обозначающие разделение двух узоров. Для узора косы мы сейчас будем вязать просто по рисунку, по тем петлям, которые мы наметили. То есть также продолжаем вязать одну изнаночную, 6 лицевых, одну изнаночную, 6 лицевых. Так я провяжу еще два ряда, то есть этот ряд и еще следующий, просто провяжу по рисунку. В сумме у меня получится 3 ряда от начала, от конца резинки, от начала этого рисунка. Сейчас провяжем до конца узора косы до зеленого маркера. Я провязала косы до зеленого маркера, теперь я буду вязать узор столбики. Второй ряд узора столбики вяжется также по рисунку, то есть я повторяю петли, которые я вижу на левой спице. Я вижу изнаночную петлю, я вяжу изнаночной петлей, я вяжу лицевой, вяжу лицевой. И так далее до конца просто повторяю узор. Напомню, это второй четный узор, четный второй ряд узора столбики. Я провязала узор столбики. Снова вяжу узор косы по рисунку. Я провязала узор косы. Это был третий провязанный ряд по рисунку. Сейчас я перехожу на узор столбики. Я провязала этим узором два ряда. Сейчас буду вязать третий нечетный ряд. И сейчас я буду петли узора сбивать. То есть над лицевыми я провяжу изнанку, над изнанкой я провяжу лицо. Это будет у меня нечетный ряд, третий. Над изнанкой лицо, над лицом изнанка. Над изнанкой лицо, над лицом изнанка. И так далее до конца. Не сбейтесь, не отвлекайтесь, а то можно тут все перепутать. Я провязала узор столбики. Перехожу на узор косы, и в четвертом ряду от начала кос я начну перемещение петель. Так как это косы у нас похожие на настоящие, вот их узор. Вспоминаем обычную косу, которую мы плетем из волос. Мы всегда кладем правую часть, да, внутрь, как бы внешне, снутри
и внешнюю, то есть внутрь. Таким же образом нам нужно расположить и плетение кос в вязании, то есть внешнюю часть косы мы будем закладывать внутрь, и опять внешнюю часть косы будем закладывать внутрь, то есть внешние две петли, два ряда вертикальных петель мы всегда должны располагать с внешней стороны переплетения петель. Внешние петли по внешним сторонам косы всегда кладутся сверху, всегда кладутся сверху внутрь. Итак, у нас первая коса. Изнаночную петлю провязываем. Вот у нас первая коса из 6 петель. Сейчас мы будем делать перемещение только с одной стороны. Мне удобнее справа, вы можете начать слева, это не имеет значения. Крайние две петли, вот эти две, я буду пересекать со следующими двумя петлями. Чтобы у меня крайние вот эти две петли располагались как бы с внешней стороны, то мне нужно сейчас их спрятать вниз, потому что плетение у нас идет в обратную сторону, сейчас вы все увидите. Итак, я беру и центральные вот эти две петельки цепляю перед спицей, вынимаю спицу из двух первых петель и снова подхватываю их только уже за спицей правой. И эти первые две петли, которые мы сняли, мы располагаем теперь впереди. Они у нас расположились и смотрят направо, они сейчас стали первыми. Провязываем их. Провязываем следующие, все, провязываем нашу косу до конца. Мы делаем только сейчас одно перемещение нашей косе. А насколько сейчас видно, да, центральные петельки ушли налево, наверх, и они сейчас расположатся у меня по внешней стороне косички. Вот таким образом. Вот эти две петли, вот я их переместила поверху, и пошли они наверх. И таким же образом у меня коса будет по-настоящему плестись сверху вниз, как волосы. Вы плетете. Если вы будете делать перемещение в обратную сторону, то есть центральные петли будете захватывать как бы с внутренней стороны, поменяйте их местами, то есть не будут прятаться вот эти центральные петли, то тогда у вас будет коса располагаться как бы вверх ногами, то есть не таким образом сверху вниз будет заплетаться, а вот так в обратную сторону. Я хочу, чтобы все было ну как бы по-настоящему, поэтому плету их сверху вниз. Для этого привязания мы центральные две петли располагаем сверху. Еще раз провязываем изнаночную петлю, следующие первые две петли косы пропускаем, третью, четвертую подхватываем правой спицей, первые две снимаем с левой спицы и тут же подхватываем за спицей, переставляем петли, поменяли местами и провязываем всю косу до конца. И таким образом мы сделаем перемещение во всех петлях этого ряда. Я не буду плести как бы по-разному все косы, у меня все косы будут сплетены симметрично. Я провязала весь ряд, везде сделала перемещение в косах, перехожу на узор столбики. Напомню, что это у меня сейчас будет четный второй ряд как бы следующего сектора, он будет четвертым рядом от резинки, но я уже перестаю считать все ряды от резинки, вот в узоре столбики. Начинаю каждые два ряда счет снова, то есть предыдущий ряд у меня снова был первый нечетный, сейчас я вяжу четный ряд. В четном ряду я повторяю те петли, которые я вижу в узорах столбики. Я вижу изнаночную, лицевую, лицевую, изнаночную, значит, лицевую, лицевую и так далее. Узор столбики, он повторяется
каждые два ряда. То есть первые два ряда вы вяжете, например, так, лицо, изнанка, первые два ряда. Следующие два ряда вы вяжете изнанка, лицо. И таким образом получается смещение каждые два ряда, и они образуют вот такой рисунок. Вернемся к косам. Когда вы вот так сделаете смещение, я вам предлагаю, я себе сделаю на всякий случай, но если вы умеете считать ряды по вертикали, вы этого не делаете. Я обычно всегда вот так подвешиваю маркер к той петле, в которой я сделала перемещение. Я вешаю маркер на ряд перемещения, он мне был провязан, да, и его я сместила, а новый ряд я уже провязала. При подсчете нужно это учесть, не забудь, не перепутать на ряд короче или на ряд длиннее, чтобы не провязать. Узор косы, в нем мы снова будем делать перемещение петель только через 8 рядов. То есть сейчас 8 рядов мы вяжем по рисунку. Продолжаем вязать узор столбики, как я объяснила ранее, с чередованием, и 8 рядов вяжем узор косы и встретимся с вами здесь. Я провязала 8 рядов, по прямой вязала косы без изменений и делала смещение через каждые два ряда в столбиках. Вот такой получается рисунок. Так, продолжаем. Сейчас я буду делать перемещение в косах. Теперь с левой стороны и делаю аналогично, то есть центральные две петли я кладу сверху боковых петель. Первые две петли я провязываю, они у меня были перемещены, сейчас они не будут участвовать. Чтобы у меня средние две петли были сверху, для этого мне нужно правой спицей подхватить третью, четвертую петли вот в этих парах за спицей, снять первые две и надеть снова на спицу и возвращаем петли обратно. Все поменяли местами. Провязываем лицевыми петлями. Изнаночная. Вот таким образом. В следующей косе аналогично. Первые две петли провязываем. Последние две петли снимаем за спицей. Можно вот так придержать средние петли. Надеваем обратно, провязываем все петли лицевой. Так я сейчас провяжу до конца все 7 кос. Снова сделаю перерыв в смещении на 8 рядов, то есть я 8 рядов снова провяжу без изменений, и через 8 рядов я буду делать перемещение в косах уже опять справа. Ну и так далее вы будете, я буду перемещать косы то справа, то слева, каждые 8 рядов. Я провязала какую-то часть шапки. Вот так смотрится сейчас косы. Обратная сторона столбиков. Провязала я порядка 18 сантиметров. И считая по рапортам кос, 1, 2, 3, 4, 5, 6 перемещений в косах я, сделала. Перемещение через каждые 8 рядов. Теперь я буду поступать следующим образом. Я буду делать сокращения в косах, но не во всех. Здесь всего у меня 7 кос, и я буду сокращать все четные косы, то есть вторую, четвертую и шестую. Получается, четвертая по центру, и вторая и шестая через одну от нее и через одну от края. Смотрим, как я сейчас буду сокращать. Я провяжу
крайнюю косу. И сокращение буду выполнять с правой стороны косы сейчас. Следующим образом я провяжу крайние две петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Для этого я ввожу спицу через вторую в первую петлю и провязываю одной лицевой петлей. Остальную косу я провязываю по рисунку. Это была вторая коса. Третью я вяжу без изменений. В четвертой косе я поступаю точно таким же образом. Показываю еще раз. Первую, вторую петельки я провязываю одной лицевой петлей с наклоном вправо. Остальную часть косы я провязываю без изменений. Следующую косу я вяжу без изменений, эту косу сокращаю и эту косу без изменений встретимся в конце последней косы. Я провязала все косы, теперь перехожу на узор столбики. И в то время, когда я начинаю сокращать косы, узор столбики я начинаю вязать резинкой один к одному. То есть я теперь не буду делать постоянные смещения лицевых и изнаночных петель, а просто буду продолжать вязать, как я сейчас вижу, лицевую, лицевой, изнаночную, изнаночной. И больше я смещать эти петельки не буду. Резинка в верхней части макушки даст возможность полотну сокращаться, сужаться и быть более плотным на макушке и работать, ну, собственно, как она и должна работать, резинкой. Потому что узор столбики, он более объемный, дает ширину полотну, ну и сам объем. А резинка, она наоборот нам стянет макушку, без лишних убавок мы добьемся очень похожего результата. Узор столбики тем временем я связала, теперь перехожу на узор косы. В этом ряду, в предыдущем я сократила вот эти косички, в этом ряду я вяжу все без изменений. И в следующем ряду я буду уже сокращать. То есть сейчас косы вяжем без изменений. Узор столбики мы превращаем в узор резинкой, да, мы не делаем смещения. И встретимся снова в этом вот месте, в этом же начале кос, через один ряд. Я провязала один ряд без изменений. Здесь у меня уже стала появляться резинка на столбиках. Я подошла к той косе, в которой делаю сокращение. Первое сокращение мы сделали с правой стороны косы, теперь будем сокращать с левой стороны косы. Провязываем 1, 2, 3 петли, 2 крайние петли оставляем. И теперь будем делать сокращение с наклоном влево. Для этого мы левые стенки размещаем перед спицей и провязываем 2 лицевые петли. Ввожу спицу слева, справа налево через первую, вторую. Одной лицевой петлей. Следующую косу выполняем без изменений. Четвертую косу мы снова сокращаем. Последние две петли провязываем с наклоном влево одной лицевой петлей. Вот так. Точно так же мы поступаем с последней косой, вот в сокращениях шестой. Снова вяжем столбики резинкой, обратную сторону шапки. И один ряд без изменений в косах. То есть мы сокращать будем через один ряд. И снова будем сокращать справа. То есть сокращение я буду чередовать. Вначале справа, потом слева, потом опять справа, потом опять слева. Я сделала все убавки в трех косах. Еще раз повторюсь, как я делала. Вначале делаю убавку с правой стороны косы, с наклоном вправо, с левой стороны с наклоном влево, опять справа, слева и как бы вправо. Получается, у меня осталась одна петелька. Высота этой убавки, скажу на всякий случай, от начала убавок, вот справа, порядка 27 миллиметров. Итак, когда у меня осталась одна петля от косы, вот здесь у нас резинка на обратной стороне шапки,
Смотрите, с передней стороны высота моей шапки уже равна 20 сантиметров. То есть я уже достигла требуемой мне высоты. По идее, там шапка должна уже закончиться. С обратной стороны здесь у нас столбики. Я делаю замер. Я ровно положила шапочку. И по замеру у меня, я не растягиваю, вот 18,5 сантиметров, около 19. То есть узор столбики, он помимо того, что в ширину, еще и в высоту тоже, ну, как бы съедает из-за того, что он постоянно сменяется. Так вот, сейчас я буду делать убавки в резинке, которую вяжу на столбиках. Как я это буду делать? Я буду провязывать все изнаночные петли вместе с лицевой, одной лицевой петлей. Разворачиваю лицевую петлю левой стенкой перед спицей и провязываю лицевую изнаночную вместе. Дальше мне снова лицевая, разворачиваю лицевой левой стенкой ко мне. Лицо и изнанка вместе. Сейчас у меня в спицах останутся только лицевые петли. И такое сокращение очень быстро подсоберет все мои петельки. Изнаночная петля, она уже расположена левой стенкой перед спицей. И так до конца резинки я буду провязывать все-все-все изнаночные петли вместе с лицевыми петельками. Я закрыла всю резинку, теперь здесь остались только лицевые петли. И с узором косами я попробую сделать то же самое, только вот эту изнаночную петлю я все-таки сейчас провяжу изнаночной, а в следующем ряду я ее закрою через вот эту лицевую петлю. Итак, здесь у нас две лицевые петли, я их разверну левыми стенками вперед, чтобы у меня все петельки смотрели налево и чтобы все закрытия были в левую сторону. То есть я просто разворачиваю все лицевые петельки и закрываю их вот так налево. Когда у меня изнаночная петля впереди, я ее просто провязываю изнаночной. В следующем ряду я легко ее сокращу через лицевую петлю. Здесь у меня лицо, изнанка. Эту изнаночную я закрываю. И так до конца, пока я закрою все петельки в косах. Снова изнаночная первая, я ее просто провязываю. Дальше лицо, изнанка. Я провязываю одной лицевой. И сейчас мы подойдем к узору обратной стороны шапки, вот к резинке. Я провязала узор косы. Подошла к узору столбик, я буду называть по тем узором, который мы вязали в начале. От маркеров можно уже избавиться и снимать их. И теперь я все лицевые петли продолжаю провязывать лицевой петлей из двух делать одну, также с наклоном влево, потому что я уже начала все эти наклоны в одну сторону, и чтобы все выглядело гармонично и ровно, продолжаем таким же образом сокращать. Итак, это у нас уже начался второй ряд сокращений. Провязываем 2 лицевые одной лицевой петлей. Таким образом мы сократим в одном ряду наши петли в 2 раза. Если, например, здесь было 50, то мы их сделаем 25. Это как пример. Я провязала резинку почти до конца. Снимаю лицевую петлю перед маркером и вижу, что у меня здесь стоит изнаночная петля. Все замечательно. Сейчас я лицо и изнанку провяжу одной лицевой. И я избавилась от изнаночной петли. Продолжаем те же манипуляции на узоре косы. 2 лицевые одной лицевой. Вот изнаночное лицо одной лицевой. И провязываем до конца узора косы снова все петельки одной лицевой петлей. Разворачиваем и провязываем. Такое сокращение происходит достаточно быстро, и благодаря этому позволяет нашу макушку сделать такой пышненькой. Так,
Итак, сейчас я провязала в сокращениях 2 ряда. И у меня уже вот такое количество петель. Я их еще не считала, но по объему видно, что я их уже могу стянуть и привязать здесь помпон. И фактически моя шапочка уже готова. Такого количества петель недостаточно, чтобы сократить. Сейчас померим высоту шапки. По передней стороне, ну вот 20,5, и по обратной стороне шапочки я распрямляю, но не растягиваю. Около 19, почти 19, где-то 18,7. Ну, в сумме получается у меня из передней, с обратной стороны по 20 сантиметров, и эту шапку можно считать готовой. Сейчас я соберу все петельки на крючок, проведу через петельки свою нитку и стяну их на нитку, вывернув наизнанку, закреплю нить. И вот мы связали, затянули макушку, я привязала помпон, постирали шапочку, разложили вот в таком положении, сушим. После того, как шапочка постирана, либо до этого, можно привязать шнурки, завязки. Ссылка есть на исполнение шнурков, завязок в начале видео. Помпон привязывается обычно обычной ниткой, той, которую вы перевязываете сам помпон. На 2 узелка я сделала. Можно еще завязать вот здесь бантики. Чтобы у меня кончики нити не расплетались, я просто завязала здесь узелки и так оставила. Вот такая изнаночная сторона, да, вы видите, столбики у нас двухсторонний узор. Вот так выглядит кос с обратной стороны. Помпон привязали. Вот такая весенняя шапочка. Или осенняя. К ней также можно связать снуд. Я связала снуд узором столбики. Вот такой он у меня получился. Если шапка у меня связана пряжей BBB Premier, то снуд я связала BBB Full. На него также ушло, если не ошибаюсь, 2 мотка. Я его вязала достаточно давно. Несмотря на то, что разная толщина, узор перекликается и очень хорошо сочетается комплект. Вот так.